Народный вокальный ансамбль «Форсаж», дальняя авиация, воздушно-космические силы России. Я богатырский русский меч, готов разить врагов России и буду вечно беречь страну, источник русской силы. На «Форсаже» звучат слова, прозрачный смысл их естества. Россия, православный крест, Россия, родина и честь. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне да добрый меч. Ради пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. Было это, братцы, давным-давно, черные силы пришли войной. А мы не знали, не ожидали, жили, любили. И в 40 000 сороков Русь не видала таких врагов. А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. И полыхнули телемотократы, бабы, плач, шаболы, ребята. А мужики все брат за брата вышли за родину воевать. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, сила немерена, дайте коня мне на добрый меч. Россию пойдем, да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Ведь пристало нам сидеть по гадам, дайте коня мне на добрый меч. Так в наши хаты пришла беда, жаркая сеча была тогда. А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. Ольга, неужто русская рать не постоит за родину мать? Били, рубили, ворога добили и победили черную рать. Засияло небо голубое, полная чаша мира и покоя, а кто пожалует к нам с войною? Дайте коня мне на добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне на добрый меч. Россию пойдем, да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне на добрый меч.